на половину. Конечно. А что это за хуйня вокруг всех, блядь? Ну так сходи, купи охуенно. Да, мать меня, арбалет. Там говно. Оно не подходит. Давайте Пока меньше говорить. Пока он сюда волонир, он сам всех вытерет. Он красавчик, жесткий. Это не то, что Пашок не жесткий, Пашок вообще машина. Уай! Трактор, блядь. Рабочий, чисто трактор. Прям как... Я прям БМ посмотреть на меня. Кстати, в натуре они же поменяли текстурки этих деревьев. Да, видишь, желтые ноготки, блядь. Прикольно. Вот, как бы, может... Почему? Оно и ветви другие, понимаешь? И лицо худее стало. И там борода появилась или была? Вымотался ВВК. Ну что вы там, пьем? Паш, видел, я тебе скину? Да. Сейчас смотрю. Ну так. Говно он же. Он лучше, чем твое говно. Чем он лучше, скажи, пожалуйста. Там есть крит. Сильно. Че, ну хорошо, а мне хаста нужна. Ну типа я рад, что там есть крит. Там всего на 3 интеллекта больше, и вместо хасты крит. Так это щит. Ну так... Все нормально. Алло, раз, два, три. Алло, алло. Сильно. Фейс отошел, походу. Блин. На бизнес. Он там бизнес, бизнес, бизнес. Я хоть похаваю, блядь. Какой бизнес, блядь? Пора токены выбивать. Бизнес Кизлар. Они падают в десятки? Да, 245. Кого? Все, что падает? Заберу. Ну, вот эти... Да, ой, там, да, эти... нахуй, про токены можешь забыть. Сначала мы будем падать, блядь. А вот токены, это еще вопрос, блядь. Два трофея, анрол. Я хочу токен. Дайте токен. Три, блядь, анрол. Четыре, блядь. Обус, у тебя Т4, блядь, алё. Я хочу токен. Токен. Я хочу. Посох три дырки не хочешь? Не, отсюда говно. Посох в три дырки? Первый рыцарь падает, блядь. Отсюда две дырки, отсюда две дырки падают. Так, отсюда, мы же вылетаем. С ВК три дырки. Ну я вот сейчас смотрю. Что у тебя за, блядь? То, блин, хочется пупу занял с пионерта. Чё ты пустил говно? Кто у меня говно? Чекайте, выпадет это три. Кто говно у меня? А, где же? Почему говно? Да я БМ просто. Практикуешь. ММ, ты, блин, на ВМАХ. Я БМ, я БМ. На актуале часы бегаю. Да бегаешь. Чё, стремительный? Какая-то херня. Бля, спижу, байкайте плечи, нахуй не отдам. Как он у меня щит спиздил, блядь, на трансмог. Павел, у тебя грех не спиздить. А байку зачем эти плечи снять? Запускайте. Он по-любому захочет их на трансмог. Рыбу же ставили. Так там бичевская стояла. Это 10 штук обычные. Это и осталось. Вот, ешьте рыбу, стоит рядом со мной. О, со специями? Блин, а чем ему просто рыба не подобалась? Ауру коня убейте. Нормально. Что мы сейчас делаем? Просто бурстим босса по своему урону, да? Нам стабильные они. Хотя придется и бурстить, и... Так, я конечно после тебя, этого. Да? Просто okay. Давайте убьем, посмотрим в финале, что будет. А где, кстати, танчим? В центре или в жопе? А кто танчит-то вообще? А это вот так, посмотрим. Бой танчит? Жабочка. Да. Да. В центре это ты ставишь. 4, 3, 2, 1. Я не могу в этой форме конченно стрелять. Можешь. Пиздец, все, я тогда по заруине наплыл. Ой, я, бля, чё, пёс, нахуй. Чё, Паша, получил бы его? Нет, нахуй, не получил, бля. Пиздец, ёбаная форма. Лужи на меня кидают, он ёбок. Анс, ты должен на этом статем стоять. Я тут за всё выхиливает, вообще не вижу ничего. По редфреймам смотри. Я требую перезапуска босса. Я же говорю. Не вымахайся. Нам в следующем посмотрим. У меня, блядь, КД уже все. Пиздец, у меня 7 тысяч на боссе. Парни, походу я буду вниз тянуть.
Ну ничего страшного. Вагон получается, да? Прицеп. Ой, пена, 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 за что ты так со мной? Ну ладно, короче, я агитовал Ванька, возле Ванька на самом деле. Просто не считает правильно. А эту киньте, Буб. Танк. Даю. Чё, кто какую танк, что ли? Один, всё. Один, всё. Вылезла. Моя на меня гроба. Там рейндж не забываем. Кто это такой слева стоит? Я сейчас Павел Сайдушку, пожалуйста, оформите. Да, прямо сейчас? Прямо сейчас. Бля, подожди. Полипал накинула заморозку. Я могу бабу снять с тебя. Павел, и... на мне, я танчу. Я, блядь, скидал на тебя. Ну, мы что, убили, что ли? Ебать по-жёстки. Да. А, просто лок. Вот просто лок нахуй. Она сбросила агро, на мне агро. У меня 14 секунд. Могу дать боб на тебя. Я говорю. А, не, я не дам на тебя боб. Да я тебе... У тебя дза есть, блядь. И я тут еще подвертыш нахуй. Ты нормально? А, мастера ауру уже давал на вогонь? Нет. Я ее сохраню на лед. Ну, на следующего босса. Как мне этого, блядь, Шрека убрать, чтобы я его не видел больше? Хотя поделал сюда, нахуй. Да он еще не закопается. Ваня, не пали людей. Я говорю, не подходите ко мне. Че, встаем сюда? Все, взял на лед. А возле левого щита, ближайшего к вороту. Да. Бля, сейчас задуют всех. Я горю этот финанс. Да похуй, я дам мастера ауры, если что. На лед ставь. Да конечно, все, все. Ты обижаешь, да, ёбаный. А профильно, 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 все нормально. 7 секунд. Понял. Павел. Что-то плохо. Ну, так оно нахуй надо, тут всего 3 человека. Взмах будет, и все. Я все скинем по стенам. Смотрим. Напал. Бля, мы все разных оставим. Левый щит, лиансовский. А, да, пьеты там не забудьте, пьетов не надо троллить. Ну вот, на моих пьетов не сработало пока что. Ну все равно, типа, лучше не троллить. Они ко мне, наоборот, подбежали. После зверей дашь мне, Зев. Ой, и мне дайте Зев, пожалуйста, я попробую. Я даже могу купить, только если по... Это нахуй тебе нужен Зев? Ну, вчера Ваня рассказывал, что Зев мидиком прям занесу, может, это... Да, у мастера. Надо сразу было. Ладно, шучу, не дал никуда. Можно под левый щит. Я не давал ничего, я его наебал. Баю. Кого? К ворот там бежит. Ай, ворот. Ну следующий, да, если надо. Да. Давайте с одной стороны. Нет, не дал, он меня заглушил. Да. Добьем? Кинь булку. А мы смотрим сейчас ДПС. Рейдовые. Чтобы понять. О, кстати, мы не пойдем. В собаку не врезался. Что ты говоришь? Там ШКД общие. Чего ты решил, что вообще? Сюда. Чего разное? Опа. А я говорил, выпадут пояс нахуй. Сюда пояс, бля. ГЦ, ГЦ. Это... Чего ты решил, что общее? Раздельное же говорили. Не, там по 3 минуты с чем-то дается на каждого босса. Я имею в виду, что КД. Подождите, это мы, блядь, в обычке вообще-то. О чем мы? Да, в обычке героик были на одном КД. Они на разные. Не, да не, он обкурился, не слушайте его, блядь. Я курю. Кого рецепт? Может, на сервисе, конечно, по-другому, но на ритейле было так, что это имба, иди ходи, 2 КД и собирай ОД. У тебя 450? У меня 450.
Я-то думал, что мы это героик ебашим. Обменяю на Зев. Ты охуел, парень? Давай этого, давай еще одного ебанем. Да я, блядь, кушать готовил, ты чего? Что там у нас по тоту? Че ты мне даешь? Мне не показывает тоту почему-то. Тотально 57 тысяч. Давай, Зева. Это много, мало? Мало, я думаю, мало. Дай мне, пожалуйста, тоже один. Нет. Ну один, я мало даю. Видели, как захилит, блядь, как дверь? Хорошо, продай. Че, вы дальше бить собираетесь? Обычку. Давай Джару и все, и пойдем. Коль, бля, зачем? То, что здесь... Не, давай еще этого попробуем, как его называется. Этого, валик в одного, как пойдет. Да нормально пойдет одного. Ты че, вода там? Здесь просто на зверях не совсем понятно было, потому что Фобос там закосячил. Я закосячил? Ну, ты сам говорил. Так сам это не сказал. Я, это я пена, блин, испортил меня. И пена стояла у него возле тотемов. У тебя МК нету? Есть. А я на байка кидал. Ну, у меня сейчас когда 4 минуты стечу. Прошу, кедны. Так, нам встаньте по этим, по 2 человека встаньте. Или вообще он по одному, каждый край звезды. У меня, я с бесом стою, у меня уже 2. Каждый край звезды. Краи. Ну, конечно, разбежались, блядь. Ну, как нам сказали, так и сделали. Я в центре тогда стану, блядь. Так стой, и это пиздебосство. Да. Тогда поймем, ты точно не сядешь. Слишком далеко не становись, Салисонка. Чтобы доставал нельзя. Ну, вот так, да, хватит. До серой штуки вот этой. Чё? Будем здесь Геру давать или нет? КДР, 4 меня минуты. Зовут ВВК, не убьем, да, за 4 минуты. Престом зовут ВВК, блять. Ну ты с нами уже идешь в ВВК. Там еще пока в обычке. Кстати, а этот... А ты не угадал, или вообще? А что нам зафейлили? Тихо, сейчас будет... Скажу, когда петь. 5, 4, 3, Петя. Таймер, все рабочий. А тут люди надо еще будут свечиться. Да, ворота стоят, надо будет. Ворота. Сейчас у нас песня. А, это не то. Я его в рот ебал, блядь. Ворота, вулканы надо будет разбивать. 5-66 у нас. Ага, тут не совсем правильно будет ДПС рейдов показывать, из-за того, что я бафы беру. Сейчас ДПС ебанутый будет. Так не на всех же боссов будет. Побежал. А, нет, захил. Но мы уже, блядь, по боссу снесли. Пиздец. Финал не появился. Ой, я, блядь. Каналов. Сбрило нахуй. А есть у него? Как тебя сбрило? Ну потому что вулканы дали сразу несколько штук в одну точку. Так стань. Что стань? Они КР останется, просто их дамажат в область. А ты должен мастерам давать. Не появляется. Захил Лока, а то въебет. Тебя же повернули, а чё ты стоишь? Лишишь. Мне ничего не бернули, блядь. Его никто не бернули. Да, берни было. Окей. Вот теперь был. А, уже не надо. Ух, короче, био надо отойти срочно. Что? А, окей. Туалет. Ну, после босса. Ну что, добьем, когда 2000 осталось. Кастер скейт. Это за рецепты падает. Ну, кузнец.
У меня кузнечка есть. И у меня кузнечка есть. У меня тоже есть кузнечка. А у меня тоже есть кузнечка на маге. Давай. У меня тоже есть. Это тот груда, который мне нужен на ДК. Потом скажете, кто выиграет. Хорошо. Скажем. А лучше отдайте сюда, блядь. Не умахивайся. Дайте сюда. Почему-то я не наблюдаю себя на Андрееву. Выходим отсюда. Кого? Просто я знаю, что я его не выиграю. Да, выходим сейчас. Вот все равно ВК. Так, ну выходите, я сейчас. Я догоню. Куда вы? 60 тысяч у нас. 62 ДПС. Это минус 2060. Выиграл рецепт? Да. Ай. Да? Рецепт. Паузер выиграл. А не да. А что там для него надо? А у тебя 450? Кортик. У меня да. У меня фуловая кузнечка. У меня 4. Но рецепты нужно давать людям, которые онлайн чаще бывают. Чтобы чуть что, сразу зашел. 60. Ах, блин, я могу даже пойти, могу даже сделать эти штуки, если надо будет кому-то. А чё ты так мало дал ДПС на этаке? Он всегда так мало дает. А у меня всегда так. Вы задушили, за что? Может, у тебя тоже глушилки, как у Паши? Ваня, ты его видел, мой ДПС? Я словно, блядь, вихрь нахуй проносит через эти глаза. Не, ну давайте сейчас зайдем, я вам покажу, нахуй, как мы выиграли. Да зашу. Ты ничего не видел, ты ничего не знаешь, уже новая мета. Это чего? Мне только в РБК. Странно, ты одет нормально, вроде. К скорости. Скорости нормально. Зачем тебе скорость? Ну да. И на силу все надо. Ну плюс проковое трение на урон. Нахуя на урон? А я хуй его знает. Надо посмотреть, как у этого кинспуни. Ну у него вопрос только по одной трине. Как бы. Которая мастерство 83, нахуя столько. Если у паладина... Когда он печать юзает, плюс 10 сразу же идет мастерство. У него, по идее, перекап мастерство. Ну, у него как бы нету... А нет, у него шея. У него перекап мастерства, и, по идее, меткости чуть больше, чем 8%. Не чуть-чуть, а прям, блядь, лично больше. Да, Пол? Кашка, заходи. Бля, хочешь покажу свою? А, вот, да. Когда будет выйдет, я сделаю режим. Не, просто я из игрушек. Штанишки тоже, блядь. Нету этого. Есть, да, а ты же этот в четверг в ВК не был. Я же говорю, раньше одевался всего, что падало мне в руки. Паузер, а еще манускрипт поменяют. Манускрипт, блядь, на уклонение стоит. Серьезно. Серьезно. Вот это царевый какой красивый, блядь. Сейчас тебе. Я не рад. Прикол. Я никогда особо. О, нихуя, по HGC ты наконец-то нормальную трюму взял. Да я, у меня обе есть, у меня вообще похую, блядь. Кстати, Паш, ты тестил, что какая лучше все-таки? А где я потейчу? Я в рейды, что ли, ходил? Паша, чё у тебя пояс такой говняный? Кто? Пояс. Потому что надо в РБК походить. Там падает с двумя дырками. Паша, я не понял, а не шея с острова, блядь. Один шея с острова. Вот, пожалуйста, есть. Кинспуни как? У него одна выбор, вторая стакающаяся. Сфера с она мне пока не нужна. На мастерство как раз таки, которое. Да, ну, на мастерство это хуй. Кольцо на агиву одно. 258-е. Вообще все силаки делают кольцо на агиву почему-то. Угу. Ну там хоста крит. Просто. А у силовых чё? А у силовых, вот, может, у меня Лёпаш. Нет, вот, ты... А куда вот, боёк? А куда боёк? И фобос ушли? Ну, я не хочу
Не хочу, чтобы пропадала КДшка с этого с настроя. Боты пояс унес, льды. Я не волнулся, пока я пойду курну. Пока воды нету. Решители правосудия, это какой сайт? Т4, у него штаны. Т9 перчатки. Грудь Т4. Т9, голова. Я тоже пока выйду. СК. Плащ с льды. Запы. Кольчуга СК. Там только сейчас еще сделали то, что когда змеи выкапываются, у них агру сбрасывается. И змеи. Жуки. Червь. Ну да, червь. Так не ретрика, которую ты смотришь. Кен спонит. Правильно. Да, тот ретрик, который дает, блядь. У меня учился по-любому. Согласен. Я ему сказал, что духом главное быть сильным, он такой, блядь. Под волка прятался. Да. Кенс пуни, пуль через утов, да? Тебе, кстати, надо, наверное, пошло время этих вулканов съебываться подальше. Я не знаю, Кенс по... Блядь, я не на том сервере смотрю. А вот, сюда. Блядь, меня опять... Меня слышно? Угу. Блядь, ты, ты видел, какой коня Ильдар расписал? Это прикольно, да? Все по трансмог. Такая имба на арене, вообще. Чудо транс на пол. Чудо донат? Да. Чудо просто блинкаешься, сбиваешь каст. Это просто имба. Так, я умерю еще хотела, ну, блин. Что, добрали? Донт, блинканить. А когда? Минута, когда? Блин, Войт, ты же 25-ку пошел, у меня уже фул рейд. Не, я же говорю, 10-ку пошли пацаны. Но они что-то решили ДПС в 10-ке обычки потестить, я хуй знает зачем. Что им это дало, блядь. О боже мой, ты в ВВК не пошел, чтобы пойти в 10-ку обычку? Паладин, друид, вы где? Не, они собирались тоже в 10-ку обычку. Ой, 10-ку ВВК собирались. Да. А что, вы фул уже травите? Не, в ГИ нам очень нужен аршам. Да. Давайте Войт. Сразу кину инвайт. Войт, у нас слышал, на два статика 0 шаманов. Чё? Слышал, там закрыли жука в хэме? Да, я слышал. Так, по тактикам давайте плюсик в чат, кто не знает. Плюс-минус тоже принимается. Давайте так, чтобы здесь это в гире не было. Отлично, хорошо. А если был в обычке, уже победа. Да, на первый первый босс. Три зверя. Как первый копыта кидает лужу. Лужа под тобой, тебя она не просто тамажит, она тебе еще стакает огонек. Который чем больше стаков, тем тебе сильнее бьет. А танчим его, где он там выходит на воротах. Из лучших убегаем быстро. Снобольтов под босса просто убивается. Появляются змеи. На змеях, а по-моему, ничего нового особо и нет на змеях, кроме того, что на танках стакается дебаф и периодично, со временем больше больнее бьет. Ничего страшного. А на третьем боссе, на реве, у нас не будет ускорения на отбежке. И, пожалуйста, оттесни... Ок, Гутлик, давай, это будет тебе дисконнект. Гутлик, смотри за своим питомцем, потому что рев врезается во все подряд, включая просто метки на полу. Бьем по обычной тактике. Ну, обычки, в принципе. Возле ворот бьем первого, да, дисконнект. Сейчас это. Ну, можно отойти, если кому-то там сишку надо чаек налить, как раз сейчас будет время.
Интересно, дисконнект рыбу заберет мою? Да, я не знаю. Ну, скорее всего, да. Я уж привык. Блин, на сервисе все-таки живем. Войт, а ты что стримишь? Так, ладно, я тоже отошел на пару минут. На фишку. Заебали они нам. Блин. Слышишь, Вов, бро? Ты тут, или? Да, да, здесь. Прикинь, сейчас бы лоту скверну выпал бы, если бы я дальше фармил. И откат сервера. Ну да. Плевался бы здесь сейчас. Это хорошо, я тоже не полетел, решил стрим посмотреть. Ну, мы ж не будем в ВВК долго. Но если отличный состав, часа два. Ну, мне до 11:30, типа. Ну вот Донт своим составом первым они закрыли за полтора. Но там волонтер. И плюс Донт ДПС 13 кадовал. Часто первый босс закроют, значит закроют. Посох с какого падает? С Валькирии? Спас, да, с четвертых. Это мы как раз ходили, Дон за шамана был, ему посох упал. И он кару его отдал. Хотя тяжко так отдавать, потому что бисовый. Ну он не бисов? В смысле не бисов? Ну, в смысле, в прямом. Ну, а с кого лучше? С кого, да, лучше просто понимать. Ну, левый, правый лучше. Не для всех. Ну, да, ну, это, ну, да, конечно, не для всех. Ну, а для лока он бис, нет? Нет. Ну, для лока там, скорее всего, с 25 хм и левая рука тоже. Для шипы, наверное, там, да? Там нужен меч, который за 25 попыток убивает. С десятки или с 25-ки? С 25-ки там, 700 СПД. Сначала дайте до этого жука. Ну, получается, если типа, ну вот я если выбью посох, туда 3 сердоля вставлю, в итоге у меня получается 810 СПД на посохе, а если левую-правую руку брать, то там 895. А, ну, это разница большая. Ну, то не считайте... Ну, ну там в посохе там типа крит-каст, а если левая, правая рука, то там меткость, типа там, ну то есть немножко меняются стат. Но у меня сейчас не докап меткости пиздец большой. Ну я таланты вкачал, но меткость. Не докап у тебя? Ну сейчас кап, у меня кап с талантами, без талантов не кап. Этот стрим есть у кого-то, у этот рейда? Кто он там, Матумба или кто, блядь? Сад, я имею в виду Матумба? А да, он уже стримил? Он стримил? Ну, за ИЧ, ну. Есть у кого стрим туда? Ссылка. Сейчас посмотрю. Я видел, что он вчера писал, что они будут стримить. Просто говорят... Напиши на Твиче и ВК 25. Просто говорят, что это... Да, что? Есть видео, вижу. И ВК 25, оно, да. Замути ссылку. Откинь ссылку в гивильчат. 51 минуту трайда. Ну да, там быстро, там просто говорят, что это удалят, я думаю, записать потом будет время. А знаю, как или... так они не могли убить за несколько часов, а тут, блядь, 50 минут убили, да? Ну, просто, опять же, у них... Нет, они там достаточно близко, на самом деле, были, было, у них процентов босса оставалось. Ну, тяжелый просто, опять же, понимаешь? Ну да, да. Время. Ну просто, да, там же под конец уже к ночи. Вот, кинул.
51 минуту. Ну тогда они прям сколько часов там травили, а тут... Ну слушай, ну опять же, понимаешь, там на первом боссе тяжело, потом второй босс, ну так, третий, потеряли. Вот а потом на Нубе считаешь, там... Да, они в конце на Нубе потеряли. Там каждый второй босс проходной считается. Потом ты устаешь. Ты проходной, больше слова не говори. Тебя люди неправильно понимают. Да, там Валк уже, блядь, ну, взорвал на животных убил, потом Джаркс простой. Чемпов убил, потом Вальки простые. Не-не-не, ты слова неправильно подбирай. Проходной, это мы неправильно понимаем. Невер, знаешь, ну, почему ты икаешь? Потому что я сейчас бутербродиков объелся, и у меня, блядь, желудок, блядь, кислорода не хватает. Потому что да, там... Гарик мог сходить твоим паладином в ВВК-10 сейчас. А зачем? А, в ВВК? Да. Гарик, а что ты не пошел? А ну... что Джаракс? Там типа трэш надо сначала забыл? А, Кутлик, 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 давай это мебель. Что? Шкаф, блядь, поставь. Что, что? Стол, блядь, хуйню какую-то, да? Привыкай. Сказал мебель какую-то, я не понял. Ну, блин, конечно, ну, тумбочку можешь поставить, еще тоже пригодится. Антресоль. Ну да. Антресоль. Коробку. Неплохо. Это вообще гроб, блин. Слушай, ну антресоль не совсем верно для данного аспекта, типа он же на нее блокирует. Какой гроб. Троик, ты с нами? Это вообще портал. Я с тобой. Вы сейчас смотрите своих этих? Дон, ты напиши ему, он же сейчас стрим записывает. На стримах носируйся на свои записывания. Ему когда он офикашит? Он, я скинул ему, просил ссылку в Матумбу. Чё? Как Анубу убили. Меня звали, что ли? Да, тебя Дон звал. А чего? Кому что звал я кого? Куда? Мне кажется, он не меня звал. А, я думал, он тебя звал. Я просто чай сижу. Слушай, я, честно говоря, не знаю, типа, почему вы здесь хотим увидеть, типа, на Нубе. Пока добираю, короче. Стой! Ты хочешь меня взять в рейд? О, ты повернулся. Кого? Почему? Ты говоришь, добираешь, у тебя не фул, что ли? Мне нужен эрдружка в рейде. У меня есть эрдружка, которая сейчас не сумонится. Почему у меня не этот... Не крутится изображение на фоне. Тебе нужна лакрима, да? Зачем? А мне нужна лакрима на самом деле, да. Давай-ка я ей напишу. А кто у тебя там вообще это, без КД? Да, там... уже все с КД. А, все словили уже? Ну, мы зашли в инст, да. А в смысле, что? А, попытки, да? Да, тут 4-2 попытки потрачены. Поэтому КДшка вешается сразу. Я думаю, что тут, блядь, угол надо брать. А ты, кстати, там кем? ДКшка был, да? Да, я ДКшечка. Да надо лутаться, то, ну, какой-то горький для 25-ки. Сколько у них попыток? У меня качество на телефоне хромает. 48. А, ты имеешь в виду там, у тех? Не, у тех. 23, по-моему, или 23. Боже, Валк, заткнись. А прикиньте, механик. Да вон в гидрочате пишет опять. Ломаные жуки, которым стан. По ним стан должен проходить, это нежить. Придурок. Тебя что-то долго-то сильно достает. Невер вообще горит жестко. Я его вообще на нервах живет. Я его вправил как мог, блядь. У меня просто от волка очень сильно реально горит. Да не горит, зачем? Успокойся, уже, забей. Блядь. Конечно. Ты кинь в ЧС его в ДИСе, пускай он тебе глаза не мозолит. А там будет этот, типа, раскрыть. Блядь. Где они, подожди, где они начинают травить? 25 попыток написано. Ну вот начало стрима. А где они начинают бить, я не могу угадать. Если есть, то... А, дроид зашел. Почему так долго они там собираются? А что у них, типа... За целью сохранена другая копия подземелья. Понятно. Он уже травил, короче. А в десятке нет такого, типа, за 25 попыток, за 50? Да, есть. Что, захожу престом, да? А, там хил нужен. Да похуй, найдете. Никто доспехается. В смысле,
У меня один слот. А, и нужен кто? Хил. А что, у тебя второго нет хила? Один есть хил. А кто там? Эршам. У тебя ДЦшка что ли есть? У меня, блядь, хэприст там ебучий. Не, ну, так он на орде у тебя. Да, ну, мы на орде собрали. Невер, 28 минут. В смысле, там других нету, кто спекнуться может или что там? Это хуёво. А, кстати, шпшка у тебя есть? Какой-нибудь билд? А что за шпшка? Так понятия не имею. А, улучшат? Кинтикей. Это, короче, по КД был или этот из пугов нашел? Да, в ОФГ написал мне сразу человек 50 написал. Mm-hmm. А вот сейчас одного слота, один слот не могу добрать. У тебя есть ДЦшка? Слушай, покажи его, пожалуйста. О, пускай показывает, я зайду сейчас ШП, блядь. Да, без дроида будет неприятно. Что у них там с жуками происходит? Только там 4 жука. Скажи, если заходите, чтобы я тут не стартовал рейд. Угу. Ну, такой себе, да, такой себе ДЦшка. А тяжело будет. Без Т4 даже. Дай по. Да, без Т4 особо не рулит. Да слушай, ну Войт, ну мы ж не закроем тогда просто. Невер, ты так удивлен, что в первый стрим их не смотрел. Не понял, еще раз. Первый стрим смотрел. Нет, не смотрел. Убьем, нет. А хил-то кто? Есть то второй Эршам. Мне нужен Эршам и Эрдру. Будет все хорошо очень тогда. Давай, я пойду. Исполин, ты что бросил стримить? А пока где? Ну что? Тут какая-то хуйня происходит, не знаю. Тут паладин, ебать. Может, он и умеет играть, конечно, но он в говно одет, пиздец. Чарок нихуя нету. У кого? Да вот, нахуй, смотри на стриме, пиздец. Включён стрим у меня. А вот что, два рейда в одном это? Просто я... Почему у тебя запястье сыто с ПВПшной, кстати? Говно какое-то, блядь. Чарок. У кого? Тут у Ретрика ПВП. Ну да, 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 я про ретрика говорю. Смотри, у хэпала что одета, блядь, левая рука, нахуй. Красиво, на хосту же. Угу, ебать. О, Готлик, сейчас полюшка будет на эрдрушке. Нихуя себе. Угу. Полюшка, блядь. Готлик же полюшку не любит. Или это наверное? Почему? Это его любимое. Почему нет? Полюшка топ. А, кто же? Нет. О, тут... топ это темный, вот это топ, блядь. Остальные все не любят. Кто-то не любил его, блядь. Может, Невер? Нет, я чё, мне нормально. Да, блядь, да успок... Кто это делает, блядь? Не трогайте моего вульпера. Залупа происходит. Слушай, у них как-то прям танк очень странно держит. Жуки его вообще не трогают. Там же в блок все уходит. Там на блок вообще... там весь. Ты заметил, танк, что танк еще в отдельной пати у них сидит? Шестой, что ли? Там знаешь, что самое смешное? Что его можно вообще, типа, по-хорошему... Ты пропал.
ты умер. Нужно капуться за кого идти дальше. Невер, ты пропал. Говорю, слышно? Да. По поводу этого, что типа он может стоять вообще вне лужи, типа не закапываться будут, типа какая разница? Они кастуют. Они же потом заливают их, нет. Они кастуют прыжок теневой. Его надо сбивать. Там у чела громовая ярость. Ну. Давайте это ну, с обсуждениями. Фонарчик другой поменяйте, пожалуйста. Ок. Ну, я вроде лагает, пиздец. Угу. Невер, не хочешь стрим Донт смотреть, иди ниже канала. Че, вы заебись, добрали? Я перезаходил. А, нет, у него КД оказывается. Ёбаный в рот, блядь. Тут тоже дрочево какой-то, то один офнулся, то еще какая-то хуйня, блядь. Банана, бери банана. Донт. Ой, нет, спасибо. Он банана, блядь. Слабенький. Че, давай все-таки я с КД, блядь. Yeah. Пока я тут не словил, блядь. И тут ФК ушли куда-то все, блядь. Что там, паладина 2 есть в рейде? Один паладин. Бля, это вообще очко. Ну, у нас будет печально, у нас тут 2 вара, у нас нету друида, нет ханта, нет роги. 2 вара, 2 ДК. Здорово, ребят. Ой, полюшка, ребят. Да. А варага у тебя 4? Сейчас посмотрю. Ну, не, да? Нет, 24 фурика. Почему он не варимся раз 24? Или фурики тоже дамажат? Ну, у него пушки, наверное. Но если хороший, то будет дамажить. Ну, что, давай. Из вторых вепона сила, почему выносливая сила, почему-то соки такой, понятно. Короче. Что? Да не, ты что сразу кикаем? Свичи да. Его, ну. Чё, давай я тогда зайду, блядь. Пускай это идёт, блядь, там, в РБК, нахуй. Или куда там? Куда там сейчас ходит? Ну, чтобы, да, это себе сердолик. Да, сердолик. Чё, заходу жжу, Дон, пока я тут КД не словил уже, блядь. Подожди, Вара, серьёзно, чё у тебя с сокетами вообще происходит? Зачем ты сейвишь бонус к силе, теряя силу? Ой, к интеллекту. Там мне отвертушка нужен. Там хоть Т4 есть, ну ты свичи вара, давай я пойду тогда, блядь. ШП не лишний будет, ебать, тем более СКД. А вар уже, он безнадежный. Все, пиздец уж. Че, залетаю? То я что-то, блядь, тут АФК, нахуй, ребята. О, кто там говорит? Где, а что за Войт? Войт. Бубни, на да? На пухе покажи его, испалин. Ох, какие-то пухи. Ну-ка, дай гляну. Понятно, у него даже не этот. У него как... две берсы даже. Две берсы, да, зачарены. Вообще. У него тоже две берсы зачарены. Ну, ты такой же, как и он. Ну, да, нельзя. Вот, Кутлик. Вот, понятно, почему. Да какой он, удивлен, он там дамажит вар, нихуя себе, блядь. А ну, вот именно, нихуя себе не дамажит вар. Нихуя себе много. Я уже даже готов на хэпауэр. Давай, че я зайду. Блядь. Что исполин говоришь? Вместо этого. А чего они не чарят две версы? Как у вас есть выполнение? Аптайм очень маленький. А потому что резню 2 фарм сейчас чарят. Че тебе берса дает плюс 4? Когда резни 2 не было, тогда две берсы ставили. И 40% она дает по времени, все. 4 на 4. А на груле вообще. Случае. Да, 30% на груле. Детейл сколько раз смотрел. Донт, ну что там? Кстати, Донт, ну как вы, трайли 25-го ВК? А, ну да, Мак, это и есть. Ну да, мы трайли 25-ку, у нас ничего не вышло. Мак, в этом и есть проблема, что он поставил синюю ту мету, из-за которой ему пришлось поставить 2 синих сокета, из-за которых он еще больше силы потерял. Ну там это все очень просто считается. Да и вообще камеру поменял.
А тринка тебе зачем? Меткость. Тебе 5% меткости всего лишь надо. Ладно, если крит был бы, тогда другое дело. Ну, Т4 хоть есть? У него в талантах точность. Да, 2Т4 есть. Мама, он только что вышел. Ты все, спринт его добил. Зачем ты так с парнем? А что, давай я залетаю, да? Я со всеми так. Кто это там базарит? Вы кого обсуждаете? Вы Вара обсуждаете? Да, да. Да, да, Вара. И что не так с Варом? Ну, ты посмотри, его сокет. Да вот. Это он и есть, получается. Ну, а что с сокетом? Метасокет, что у тебя стоит? У тебя на ловкость должен быть метасокет. У тебя сокет должен быть на ловкость стоять. Так у него и камни на крит просто стоят, а не силы крит. У него... Еще, да, еще и ЛК-шный, а не БК-шный. И у него еще стоит этот... Вот. Слеза. Вот это и еще два фиолетовых камня. Для чего ставить 20 криту на ноги? Когда можно 15 сил, 15 криту ставить. А, ребят, кто еще войсик, кто еще, ну, не замути у нас всех, пожалуйста. Так можно до каждого. Вдруг у кого-нибудь есть артрошка, хапау знакомый. Это очень сильно ускорит. Я спамлю, конечно, но... Вар, да при чем тут это? Мы не говорим, что ты там плохо дашь ДПС или что. Это просто совет. Это не значит, что ты... Иди и сейчас переделывай. Это всего лишь совет. Хули пал. А кто предпочтительнее тебе будет? Слышь, Дон? Ну, лучше эрдрушка, конечно. А у тебя вар есть топор или древ? А зачем тебе эрдру, если тебе второй паладин нужен, как минимум на Анубе? Да, не обязательно, на самом деле, с одним можно пройти. Ну, тоже не сказал бы. А у вас метриков нет? У меня КД на холике. Пошли то КД добивать, ебать. Все, блядь. Зато у него есть громовая ярость. Как мужик, блядь. Кто-то сказал громовая ярость? Да. Ох ты, ё-моё, громовая ярость. А что, это трансмут так выглядит, когда мышкой наводишь? А чё, громовая ярость так выглядит, да? Бля, чётко вообще. Там у Вара глефа есть охуенно 245, он может в рассас спокойно спеть. Гачи бандит. Ну чё, блядь. Нашел дом? Да нету. Вообще пиздец. Нож не хил, а Грима не отвечает тоже. Я бы ее с радостью бы взял. Карась. Карась же был онлайн. Там выше Сози сидел, нет? А я не... Да, ты его видел в Дискорде. Но сейчас нет. Да, ты что? Это что, громовая ярость? Ничего себе. Ну-ка, Исполин. Да, да, конечно, успеешь, да. Покажи. О, Карас заходит, отлично. Все, мне не искать? Сейчас будет дружка, да. Шка ты на ком? Ну, все тогда. Все? Слышь, на Альянсе? А, блядь, он уже на Альянсе, наверное. Та-та-та-та. Рола. Карась, ты Ренегат или Альянс? А-а-а. Не, я Альянс. Та-та-там. Да, видел, да. Значит, ищем дальше. Блядь, Дон. Не, я бы пошел, честно, только меня Кхем ногами запиздит сейчас, потому что я через полчаса с ними иду. А что, при Негатом стать до хера надо, да? Да, 500, да. 500 голды. 500 голды и 10 минут времени. Да, да. Не, ну типа, если подождете 10 минут, то я... Вот. Да, да.
не хочешь сходить десятку? Тут Ика. Собирают люди. Угу. Давай сходим. А, блин, а как мы стрим будем смотреть? В два... Ну, да краем глаза. Ой, еще на второй монитор стрим выведу, а там буду играть, короче. Так, ну тут надо типа это, ачивку линкануть. Да ты слышишь, Донт, я походу... Что? Донт, я походу нашел. Да-да-да. Походу нашел. Я вот не знаю, он 246-й item level, но я хз по...